Итак, нас ждет сначала ножевой раунд. Первая карта финального противостояния между Ponies in Sunglasses и Our Last Night. Посмотрим, кто же выиграет эти ножи и кто же будет пикать сторону, потому что это очень-очень важно. Именно в гранд-финальном матче каждая карта, каждый раунд, каждый взятый ножевой и пистолетный бай, эко-раунд, это все в сумме складывается в чемпионство. Итак, команды начинают между собой резню. Падают тем временем игроки по одному. Игроки команды Ponies in Sunglasses, да, смогли они сделать, не смогли они, вернее, сделать ни одного фрага. И за командой Our Last Night остается право выбора стороны на карте D-Cash. И решают они остаться. И теперь уже нас ждет пистолетный раунд. Посмотрим, какие раунды приготовили нам. Я слышу вас, ребят. Спасибо большое за поддержку. Продолжайте топить за свою любимую команду. Я помню парней с плакатом, которые сидели на арене. Топите за PIS. Ну а друзья и одноклассники, или просто те, кто любит команду Our Last Night, топите за них. Ну а мы будем следить за красивым Counter-Strike. Тем временем Iceman закупает раскидку для своей команды, пожертвовав своим армором. Мэтсун занимает позицию, которую вы сейчас видите на своих экранах. Ну а Айсман был первый контакт. Руслан падает от его глока, и Апленд был занят. Какие-то, видимо, проблемы сейчас присутствуют у пятого номера. Да, видимо, да. Бывает такое. У Бестзора какие-то проблемы, видимо, технического характера. Я прошу игроков, если они меня слышат, написать, все ли сейчас хорошо. Все, пишет Бестзор, сам пишет лайв. Такое иногда случается, да. Примерно то же самое попытаются, наверное, разыграть команды, показать тот же самый раунд, который они демонстрировали нам. Ну а на ваших экранах игрок с никнеймом Госу, который вместе со своими тиммейтами продвигается в позицию, которую вы видите на своих экранах. А игрок, которого вы видите сейчас на своих экранах, исполняет роль сплитующего и раскидывающего. Итак, посмотрим, какой же раунд нам показали, покажут, вернее, игроки команды Our Last Night. Бестзор тем временем делает даблкил, ему помогает Димаш, но Драго на размене также дает даблкил. Прокс, КИЗ, Прокс, просто Прокс, извините, и Айсман остаются вдвоем, но теперь Прокс один. Он делает первый фраг, остается один против двоих, стреляется с Мэттом, но не хватает ему чуть-чуть для того, чтобы убить Мэтсуна. И это первый раунд в актив команды Ponies in Sunglasses. Благодаря Мэтту он, можно сказать, что был взят. Даблкил от него, даблкил от Бестзора. И вот они, герои первого пистолетного раунда. Но у нас по традиции форсбай от команды, которая проигрывает пистолетный раунд. Мы видим, что есть некоторое количество раскидки, первые и вторые арморы и недефолтные пистолеты. И вопрос остается лишь за тем, какой же раунд приготовили нам игроки команды OLN на этот форсбай. Тем временем EFM получает кучу дэмэджа на миду, видимо, был прострелен через смок этот игрок. У него остается всего лишь 7 хелспоинтов, у него контакт с Айсманом, но не получается Айсману добить его. EFM просто отходит назад, и Мэтсун также получает урон. Посмотрите, 16 хелспоинтов, его пытаются догнать, его пытаются загнать в этих винтах, но не получается это сделать. Тем временем мы видим, что пошел десант игроков команды Our Last Night. Они видят Димаша, они убивают Димаша за дефолтным ящиком на Б-пленте. Они слышат еще одного. Руслан также падает, Б-плент полностью открыт. Также падает EFN на другом конце карты, и Мэтсун остается единственным в живых вблизи Б-плента. И я думаю, что у них нет идей по тому, как реализовывать выбивание. И вообще, я не знаю, хотят ли они проводить это выбивание, поскольку Мэтсун, как вы видите, не имеет большого количества здоровья. Но и посмотрите на восьмой номер. Он уже в поисках. Он в поисках оружия для того, чтобы подобрать его и найти всех своих оппонентов. Или же просто найти оппонентов и не дать им ни шанса для того, чтобы засейвить свое оружие. И Мэтсун, прекрасный фраг по Проксу, но этого недостаточно, к сожалению. И Бестзор дает еще один фраг. В итоге Our Last Night теряют двух игроков, но при этом заберут раунд. И это уже 100% на Айсман. Отличный хедшот с Desert Eagle показывает нам. И Мэтсун, будет ли он догонять Айсмана? Он видит Айсмана, но не успевает убить его. Итак, мы видим на наших экранах, я вижу на своем, а вы на своих, что у команды Ponies in Sunglasses
ну, проблемочки такие небольшие возникают с деньгами, но все же BestZor говорит, наверное, своим игрокам, своим подопечным: давайте, ребят, давайте, соберитесь, давайте закупимся, давайте возьмем этот раунд. Ну, а я могу пожелать им лишь удачи. И на ваших экранах Мэтт Сун, который будет играть роль опорника на одном из плентов. Ну, а задача команды Our Last Night, по всей видимости, выкурить его с его позиции. Ну, а EFN при этом теряет в перестрелке с Айсманом и Драго львиную долю своего ХП, и Мэтт Сун не может сделать второй фраг, но EFN, какой прекрасный хедшот с Дигла. Димаш тем временем только стягивается на хелпу, вблизи Бэплента остался только Руслан, у которого в руках также Desert Eagle. Ну а Госу тем временем проходит в плен для того, чтобы установить бомбу, и бомба будет установлена. Ситуация на карте будет 3 в 3, Айсман убивает Руслан, Айсман также убивает и второго, это был BestZor, и последним в живых остается Димаш, который перестреливается с Драго, и у него получается это сделать, он убивает Драго, и да, он смог забрать девайс, который был у Драго на руках, но понятное дело, что игроки Our Last Night не должны позволять своему оппоненту просто так на халяву забирать этот девайс, и Айсману получается убить своего оппонента, и он передает своему тиммейту, а именно Госу, этот калаш. Отлично сыграно, кстати, в этих именно микромоментах, и показывается уровень тимплейности, наверное, игры, тимплейной игры в команде. Ну а вы посмотрите на закуп команды Our Last Night. Видимо, они в прошлом раунде увидели Фамас у BestZor и решили, что это был бай раунд, и подумали, что сейчас у их оппонентов эко, но это не так. Айсман тем временем идет на первый контакт, пытается прострелить EFN сквозь смок, но снимает у него лишь один хелспоинт. И тем временем контакт под вентрумом был у Димаша, который смог убить, но также тут же был разменен EFN. Какой прекрасный хедшот со скаута. BestZor тем временем понимает все, что происходит на этой карте. Госу плантит бомбу, и BestZor будет стягиваться, чтобы помочь своим тиммейтам. Руслан убивает тем временем внутри винтов Айсмана, и посмотрим, сможет ли он продолжить эту серию убийств. Ну, а BestZor вместе со своими тиммейтами будет открываться под одну позицию. Госу перестреливает игрока на хедшоте, и BestZor последний. Один против двоих. Сможет ли он вернуть свою команду к ничье, к временной ничье на карте? Драго! Открывается BestZor! Прекрасно сыграно, он берет этот клатч один против двоих, 6 хп остается у этого парня, какой же ты нереальный, BestZor. Пятый фраг уже для этого парня, и просто в соло вытаскивает он раунд для своей команды, ну а команда Our Last Night имеет еще одну возможность для того, чтобы закупиться и уже не допускать подобных ошибок, как в предыдущем раунде. Отчасти они проиграли свой раунд, потому что решили, что у оппонента эко, и закупили два фармгана, а именно маг десятых. Ну а сейчас Прокс просто вынужден закупать фармган, потому что у него тупо нет денег. Ну а тем временем у команды контртеррористов есть лишь два автоматических девайса. Это АК-47 засейвлены в прошлом раунде, и у BestZor это Фамас. И мы посмотрим, как весь этот набор, вся эта солянка из оружия будет реализована игроками. И Прокс тем временем пытается открыться под своих соперников. Видимо, его заспотили, потому что вы видите, что делают его оппоненты. Айсман тем временем открывает уже счет фрагом в этом раунде. Видимо, отстрелил одного из опорников Бэплента, и он отстрелил еще и второго опорника. Это был Мэтт Сун. BestZor дает один размен, но этого недостаточно. Счет на карте становится 4 в 2. И мы посмотрим, будут ли стараться выбить игроки команды Ponies in Sunglasses. Именно Руслан уже остается последним, его видят, и его законтрили. Это раунд для команды Our Last Night, и они снова впереди. 3-2 становится счет, ну а теперь экономические проблемы преследуют команду Ponies in Sunglasses. Они решают закупиться. Опрометчивое решение, учитывая количество денег, которое было у них на руках. Но мы посмотрим. Мы, конечно, понимаем, что эти ребята умеют играть. Мы видели, как они играли. Некоторые из вас видели этого и на квалификациях. К сожалению, я не следил за квалификациями. Но я уверен, что они смогут продемонстрировать прекрасные хедшоты, прекрасные фраги с этих пистолетов. Прокс убивает одного, но BestZor тут же разменивает его. Ну а тем временем посмотрите на нулевой девятый номер. Это Айсман выходит вместе со своим тиммейтом. Он дает даблкилл. EFN дает один размен, но тут же падает от рук Айсмана, и Мэтт Сун, и BestZor остаются вдвоем с недефолтными пистолетами, а именно пустынными орлами в руках на выбивании. Счет на карте тем временем 3 в 2. Я не думаю, что есть какие-то шансы у этих ребят, но посмотрите на это, посмотрите на это. Какое же грамотное решение было от BestZor.
Он также смог подобрать лежащий на земле автоматический девайс, но Айсман решил открыться с 10 хп. Он открывается еще на одного, нет. Он хотел квадрокилл, пожадничал, но... Пожадничал, по идее, достойно, потому что, ну, мы понимаем, как он стреляет. Этот парень умеет стрелять, это видно по его фрагстату. Абсолютный лидер своей команды по фрагам, да, и по уровню скилла, судя по всему. Ох, не хочется, конечно, принижать остальных игроков, но стоит признать, что Айсман хорош со всеми девайсами. Мы видели его реализацию Desert Eagle, мы видели, как он играет на АК-47, на эмочке и на АВП. Беззор тем временем хочет взорвать по таймингу мидл, он это делает. И посмотрите, куда забирается Хартун. Он не замечает, нет, он заметил своего оппонента. И Прокс дает второй минус. Ну, конечно, эко-раунд. Our Last Night уже поняли, что это экономический раунд в исполнении их оппонентов. И девятый номер сейчас будет открываться под своего оппонента. Начекает. Да, он начекал своего оппонента. У него это получилось. Прокс тем временем будет перестреливаться со своим оппонентом. Харт стилит его фраг. Но Прокс имеет возможность сделать еще один... Отлично сыграно. Прокс даблкил от него и триплкил от игрока с ником Hard. Счет на карте становится 2-5 в пользу команды Our Last Night, но Ponies in Sunglasses не отчаиваются, тем более, что сейчас у них есть возможность закупиться. В принципе, приемлемый бай для того, чтобы удерживать этих ребят. Ну а террористы за взятый стрик своих раундов смогли нарастить себе довольно-таки приличную экономику для того, чтобы не париться по поводу денег в ближайшие несколько раундов. Как минимум 2 EFN. Отличный выстрел по игроку в смоках. И дальнейшая ситуация будет развиваться так, что Hard вместе со своим тиммейтом Драго и 6-м номером будут... А, это Госу будут открываться под один из плентов. И вопрос в том, готовы ли к этому опорники. Все стоят в блайнде. Hard решает идти вперед, как танк. Он давит, но он не начекал своего оппонента. Это был Руслан, который занял крайне коварную позицию. Он вырывается в смок на уверенности, но наказан был Проксом за такие наглые действия. По всей видимости, Прокс еще мог услышать оппонента, который топал около него. Ну и сейчас можно сказать, что большая ответственность ложится на одного из игроков команды. Ponies in Sunglasses, вы видите его на своих экранах, он заметил своих оппонентов. Оппоненты также его заметили, но один Маш тем временем на другом конце карты убивает Драгу. Беззор убивает своего оппонента, это был Прокс. Но Госу разменивает, но остается ситуация 1-3. Он заметил Мэтсуна. Посмотрим, как он попытается разыграть. Бомба контролируется игроком контртеррористов. Пытается он заимить, что-то у нас пролагало, но нет, не смог он заимить. Мэтсун все-таки сделал свой фраг, и обратите внимание, каждый из контртеррористов сделал по одному фрагу. Вот это синергия, вот это сингулярность, я понимаю. Командные действия, настоящая команда. Делят даже фраги поровну эти ребята. И сейчас мы видим закуп, и Руслан опять же наступает на те же грабли, на которые наступили Our Last Night в одном из предыдущих раундов. Чуть-чуть неправильно этот парень прочитал экономику своих оппонентов, что и, возможно, в обозримом будущем, в теории, приведет его к фейлу. Ну, сами понимаете, против автоматических девайсов, с тем девайсом, который сейчас у него на руках, тяжело бороться, и я могу лишь пожелать ему удачи, хотя позиция его благоволит этим фрагом. Видимо, Драго первыми двумя патронами смог снять своего оппонента, и Мэтсун тем временем убивает одного из своих оппонентов. Он видит Харда и убивает Харда. Госу тем временем врывается, и Госу остается последним. Да ладно. Видит оппонента на девятке, убивает его. Это 1-1 для игрока с никнеймом Госу. Остается он против Димаша. И я не уверен, слышат ли друг друга игроки, но могут они что-то понимать, что-то осознавать. Димаш увидел, и Госу понял, что его оппонент также понял, где он находится. Госу! Отличный фраг. Трипл килл для него. Он берет этот раунд для своей команды и просто вымещает всю свою спортивную злобу на виртуальном трупе своего оппонента. И счет становится 6-3. Двойное преимущество команды Our Last Night на карте, на первой карте наших гранд-финалов. Пока что интересно складывается матч. Ponies in Sunglasses показывают нам интересные задумки на раунды. Они показывают нам хорошую стрельбу. Не только Беззор, но и все его тиммейты. Айсман тем временем открывает счет фрагом в этом раунде. Убивает он Беззора, этого самого EFN. Пытался открыться под Айсмана, но решил не рисковать. Хотя чем рисковать? У него ведь просто USP. А тем временем два игрока защиты находятся на одном месте. Руслан неожиданностью своей позиции
смог таки сбрить этот даблкил для него с одним только USPS на руках. И теперь команда Our Last Night, видимо, разозлилась за такие наглые действия на Руслана. И его находят сквозь краешек смока, его находит Прокс. И счет становится 7-3. Это был просто проходной экономический раунд для Our Last Night, который они выиграли не без проблем. Отлично сыграно, Руслан. Даже с USPS на руках этот парень не отчаивается и дает фраги, которые так необходимы. Ведь в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, именно эти два сделанных фрага могут привести к тому, что, например, один из игроков Our Last Night не будет иметь возможности закупить себе девайс или будет иметь проблемы с экономикой, но тем временем Димаш наказывает Прокса, который решил сыграть слишком агрессивно. И счет становится на карте 5-4, но Айсман разменивает и забирает того самого Димаша. Бумкерри тем временем продвигается на плент для того, чтобы установить пачку. Бомба будет установлена, ретейк будет производиться при ситуации 4-4. Интересно будет за этим посмотреть, в частности, за Бестзором, который понимает, где его оппонент, пытается нашить его сквозь стенку, сквозь ящичек. Но это у него не очень получается. Госу тем временем сбривает одного из игроков, которые хотели выйти в ретей. Госу убивает еще одного. Это был Руслан. Ну и Мэтсун вместе с Бестзором решают просто засейвить свои девайсы. Ну а Харт отправился на охоту. Сбривает он Мэтсуна. Теперь есть информация. И по последнему игроку, посмотрите, на номер 6. Он должен будет закрывать. Да, он закрывает своего оппонента. Это опять же трипл килл для Госу. Просто он fire этот парень. 11-3. У него статистика на карте. Практически догнал он своего тиммейта Амана Айсман Сейд Калиева. У него 14 фрагов. На двоих просто делят команду Ponies in Sunglasses эти ребята. И благодаря им в какой-то мере, в большей мере даже можно сказать, счет становится 3-8. Тем временем вы видите расстановку защиты на карте. Четвертый номер будет контролировать подходы к хайве. Его отзонивают смоком. Коннектор был отзонен также молотовым. Третий номер ждет каких-то пушей от своих оппонентов. Он уже заметил их. И Прокс видит своего оппонента, но не может его перестрелять. Отличный фраг. И Харт вместе с Госу восстанавливают свою доминацию на этой карте, на этом раунде. И Руслан тем временем пытался перестреливаться со своими оппонентами. И вопрос в том, смогут ли найти Димаша. В принципе, в этом нет смысла, но Айсман таки находит своего оппонента, убивает его, тем самым выбив из него ЦЗ-шку, которую игрок хотел перенести, по всей видимости, на следующий раунд. Счет становится 3-9 в пользу команды Our Last Night. Стоит сказать, что в принципе, это не критичный счет, и Ponies in Sunglasses до сих пор имеют шансы для того, чтобы проснуться, для того, чтобы откидать друг другу эпичные командные пятюни и включиться в эту борьбу и закончить половину с перевесом минимальным в сторону команды террористов. Айсман открывается под игрока на хедшоте и просто двумя или тремя выстрелами снимает его. EFM, Бестзор и Мэтсун остаются втроем, при этом двое из них еще на подходах только-только идут в сторону Б-плента. По всей видимости, они хотят. Если не ретейкнуть этот плент, то хотя бы сделать какие-то минуса на выбивание. Айсман, ой, вернее, Госу, по всей видимости, хотел ворваться в смок, но передумал. И вовремя передумал. Тем временем террористы просто не дают своим оппонентам выйти на плент. Они нашивают их сквозь смоки. Ну, а оппоненты особо и не хотели. Как мы видим, все они ушли на сейф. Только вот вопрос в том, сможет ли первый номер засейвить свой девайс, потому что посмотрите, куда забрался девятый. Это Харт. Нет, не смог он этого сделать. И Мэтсун все-таки убил своего оппонента, уже начал стреляться со следующим, но до фрага дело не дошло. Айсман тем временем уже набил 17-й фраг в свой актив, и Госу идет со статистикой 13 убийств к 3 смертям. А общий счет для их команды уже 10 взятых раундов и 3 отданных. 10-3. На первой карте гранд-финалов это The Cash пик команды Ponies in Sunglasses, если я не ошибаюсь. Да, это пик команды Peace. Следующая карта, которая нас ожидает, это The Mirage. Пик команды Our Last Night и Decider Map у нас... Какая у нас Decider Map должна быть?
Ладно, я не помню, какая у нас Decider мапа. Походу узнаем. Это не особо важно сейчас. Мэтсун обращает внимание свое на этот изящный смог, который положили. Ну а Димаш тем временем уничтожает. Уничтожает он своих оппонентов. Госу будет выходить на попытку размена. Он заметил. Он заметил Госу, но Госу повешал ему прекрасный хедшот. Драго остается 1 в 2. У него, в принципе, есть шансы для того, чтобы брать этот раунд 1 в 2. Это еще не критично, но Беззор и Мэтсун на пределе концентрации, я хотел сказать. Но, видимо, Мэтсун как раз-таки и растерял часть этой своей концентрации. А Драго, посмотрите на него, он не имеет понятия о местонахождении своего оппонента. И Mind Games такие небольшие у нас начинаются. И вопрос весь в том, имеет ли понятие о местонахождении оппонента Беззор. По всей видимости, нет. Сейчас должна произойти интересная стычка между этими игроками. И это очень интересно, что сейчас происходит на карте. В принципе, оригинально пытается каким-то образом действовать Драго. Не топает этот парень. Выходит слоу на своего оппонента. Не заметил? Он его не заметил! Да ладно! Беззор отлично сыграно на 9 секунде. До конца, до самого конца сидел он. И Драго не прочитал своего оппонента. Он не имел понятия о том, где может скрываться. Просто одну позицию не до конца начекал. И это стало фатальной ошибкой для него. Ну а тем временем счет становится 10-4. Это последний 15-й раунд первой половины. У обеих команд есть более-менее приемлемый бай. Про экономику террористов, я думаю, говорить даже не стоит. Потому что экономику они себе набили железобетонную. EFN тем временем убивает первого игрока. Это был Драго. Айсман на размене. Да, Айсман разменял своего павшего тиммейта. Разбивает он винты, но не ожидал увидеть Беззора так быстро в этой позиции. Айсман падает. Прокс попытается ворваться на один из плантов, который вы сейчас видите на своих экранах. Открывается под первого игрока. Это был Мэтсун. Он убивает его на дефолте. Будет открываться под следующего. Беззор. Как же ты удивляешь своих оппонентов, но Госу не удивить. Этот парень вообще хладнокровен, как змея. Остались живых лишь второй и третий игрок против Госу и Харда. Это Руслан и Димаш. 2 в 2 ситуация на карте. Будет интересно посмотреть за тем, как они будут разыгрывать. Ведь у них, у обоих нет понимания о том, где может находиться их оппонент. Откидывается дефолтный молотов на плент, который позволяет им отогнать оппонента подальше. И мы видим, что Хард уже открылся под своего оппонента. У Руслана есть информация по обоим. По обоим у него есть информация. Он перестреливает первого, но откидывается тайминговый молотов на бомбу. У него, к сожалению, нет смока для того, чтобы попытаться раздефьюзить. И он просто сгорает в этом молотове. Какая ошибка, Руслан! 11-4. Счет становится в пользу команды Our Last Night. Хард, единственный выживший игрок в этом раунде, последнем раунде первой половины. И сейчас нам остается лишь смотреть, следить за тем, какой же раунд смогут нам показать одна и вторая команда в первой половине. Во второй половине, точнее, в первом раунде второй половины на пистолетке. От нее будет зависеть очень многое, как мы все знаем. Если Понис и Sunglasses берут его, то они будут иметь больше шансов на камбэк. Если они его проигрывают, то шансы примерно в два раза, можно сказать, уменьшаются. Беззор тем временем открывается на стычку с Айсманом. Перестреливаются они, перестреливаются, и Айсман все-таки оказывается сильнее. Ну, конечно, USP на такой дистанции. Посмотрите, куда уже ворвался Димашем, перестреливается с Госу. Но нет, Госу сильнее. Руслан дает один размен. Прокс дает еще один размен. И Мэтсун убивает своего оппонента с ником Прокс. Айсман находится на девятке, где и находит свою гибель. Руслан, отличная игра из-за тройки на аплен. Тут Драго, что ты делаешь? Даблкил! В исполнении этого парня бомба будет раздефьюжена. 12-4 для команды Our Last Night. Драго, это было крайне неожиданно. И можно сказать, что это была небольшая ошибка в исполнении террористов. То, что они вдвоем решили под него открыться. Драго просто начал спамить с USP и каким-то невероятнейшим образом убил их обоих. Ну, а тем временем команда террористов решает не закупаться, поскольку у них был установлен плент бомбы, а по традиции дать один девайс своему лидеру не только по фрагам, я считаю, но и вообще
по команде, который сейчас имеет самый большой фрагстат среди своих тиммейтов. И посмотрим, сможет ли он реализовать свою задумку. Посмотрите, как оригинально он играет. Он забайтил своим глоком. Айсман не знал, что у его оппонента калаш. И хотел открыться. Госу тем временем оставляет красным Димаша, но погибает. Извините, это был Прокс, а вот и Госу, что ты делаешь, это даблкил для него, с UMP 45-го и Бестзор остается один против четверых, у него на руках АК-47, он убивает Айсмана, но получает при этом в голову, Драго закрывает этот раунд в пользу своей команды, а Госу подбирает АК-47 павшего Бестзора. Интересно, кстати, девайс решили закупить Ponies in Sunglasses, а именно Мэтт. Посмотрим, куда он с ним пойдет и вообще, как он его реализует. Но мы видим сейчас, что у Бестзора нет денег для того, чтобы сделать закуп вместе со своей командой. Но я уверен, что этот парень сможет реализовать вообще любое оружие, которое будет у него в руках. Неважно, это Нова ли, АВП ли, или МК, или Калаш. Вообще без разницы, он даже с Галаком может вообще открываться на своих оппонентов и уничтожать их. Настолько вот он хорош. Моральный лидер своей команды. Ну, конечно, не стоит забывать об остальных. Это EFN, это Димаш, это Руслан и Мацун, которые помогали своей команде брать важнейшие раунды, которые делали квадрокиллы, триплкиллы, которые спасали судьбы матчей, чего стоит даже вот предыдущий полуфинал, который сыграли они против Fallen to Sky, где горела звезда каждого из игроков команды Ponies in Sunglasses. Ну а мы тем временем видим, что Руслан решил пожертвовать своим оружием для того, чтобы отдать его своему моральному лидеру и капитану Бестзору. В принципе, можно сказать, что правильное решение, потому что если судить чисто по фрагстату, то Бестзор выглядит немного более бодрым на именно этой карте. Кто знает, может быть, Руслан зарешает исход следующей карты или же исход вообще полностью финала. Вот и Бестзор с дропнутым ему калашом открывает счет фрагом в этом раунде, но Госу бдителен, оказался. EFN дает размен, и ситуация на карте становится 4 в 3. Девятый номер немного потерялся, по всей видимости. Он ждет своих оппонентов, он слышит их передвижение, а его тиммейт. Восьмой номер решил помочь своему тиммейту Проксу. Прокс уже дает один фраг под А плентом. И посмотрим, сможет ли он продолжить этот карнавал фрагов. Отличная моменталка! Круто сыграно. Это было действительно круто сыграно, но видит ли он оппонента Мэтта? Нет, он не увидел оппонента. И Харт остается один на один против своего оппонента. Это Мэтт Сун. Должны, по идее, слышать друг друга игроки. Мэтт Сун оказывается сильнее. С 6 хп он выигрывает этот раунд. Браво! Даблкил для этого парня. И счет на карте становится 5-13. Мы видим, что Ponies in Sunglasses не намерены сдаваться. Они намерены показать нам красивый Counter-Strike. Великолепные камбэки, эйсы, квадрокиллы, убийство в прыжке и суициды, и тимкиллы, и все остальные прелести этой игры. Ну, а контртеррористы тем временем решили немного сплагиатить идею, и Харт реализует свое оружие, которое у него было на руках, но Бестзор и Руслан не согласны. За одну секунду они уничтожают трех оппонентов, и Димаш уничтожает уже четвертого оппонента, но вопрос в том, удастся ли Айсману засейвить свой девайс. Нет, не удается, его закрывают, говорят ему, здесь закрыто, уважаемый. Ну, это был экономический раунд с одним девайсом. В принципе, не страшно проигрывать такие раунды, поскольку ты знаешь, что в следующем ты закупишься и с более серьезным настроем подойдешь к следующему раунду. Ну, а у этой машины для убийств наконец-то появляется АВП. И интересная, кстати, задумка. Давайте посмотрим за ним. Нет, чуть-чуть не хватило Бестзору для того, чтобы попасть по своему оппоненту. Но вообще задумка интересная, и он показывает уровень понимания этой игры и уровень чтения. Да ладно, посмотрите, что он делает. Нет, он решил отвернуться в последнюю секунду. Прокс видит одного из своих оппонентов. Это EFN зажимает, но Бестзор на пике концентрации убивает. Но Айсман дает размен, и Мэтт Сун вместе с Русланом остаются 2-4. Уже 1-4 для Мэтта. И посмотрим, что он покажет. Ничего он не покажет. Его убивает Харт практически за одну секунду, и у ребят с фамосами есть возможность подобрать более годные, более пристойные девайсы для того, чтобы использовать их в следующих раундах. Да.
теперь нет никаких проблем с девайсами у команды Our Last Night. Также с деньгами можно сказать, что на один закуп им хватит. Димаш тем временем дропает АВП своему идейному лидеру BestZoru. Посмотрим, с чем он будет играть сам. Руслан тем временем играет с девайсом, который ему, видимо, полюбился. Итак, мы видим три автоматических девайса, один фармган и одну снайперскую винтовку в исполнении команды террористов Ponies in Sunglasses. И 5 автоматических винтовок в исполнении команды Our Last Night. Пытаются нашивать смоки игроки, и Айсман уже находит первый фраг. Отлично сыграно. Найшот даже пишет BestZor своему визави, пытается поддерживать дружескую обстановку, хвалят друг друга за какие-то классные действия. Руслан видит оппонента, пытается убить его с АВП, но Айсман, видимо, оказывается сильнее, оставляет ему всего лишь 20 хп, и вопрос в том, да, сможет ли уйти. Он смог уйти, EFN тем временем открывает Бэплэнд, Драго, ошибочка от этого игрока, и Бэплэнд был полностью открыт. И можно сказать, что надежда на Айсмана, если он даст этот фраг, то они... Нет, он не смог дать этот фраг, но Госу завершил за своего тиммейта. Он прострелил сквозь железную стеночку. Она на самом деле очень тонкая. И посмотрите на хелспоинты этих игроков. И в принципе, да, есть шансы у команды Our Last Night зацепиться за этот раунд. Мэтсун уже остается один против двоих. У Госу есть информация, и он берет этот раунд. Браво, Госу, браво, это мап. Поинт для команды Our Last Night. Счет становится 6-15. Уже третий клатч за эту карту для игрока с никнеймом Госу. Отлично сыграно. Наверное, пятю не откидывают. Кстати, да, до сих пор на один фраг отстает Госу, но это не страшно. Суть-то в том, что этот парень делает огромную работу для своей команды и выводит, просто тащит ее вперед вместе с Айсманом, человеком Open Frag'ом, который уже на первых таймингах, в первые 30 секунд каким-то невероятным образом вообще находит фраги. Ну, вот здесь, видите, накосячил немножечко с гранатой Драго. Драго заменяет теперь Айсмана на позиции человека Open Frag'ера. BestZor решает сагрессивничать на позиции, которую вы сейчас видите на своих экранах. Драго, остановись! Что ты делаешь? BestZor тем временем находит Айсмана, и Прокс отпростреливает своего оппонента в ответ. Руслан тем временем вместе с EFN смогли таки убить Прокса. Ситуация 3 в 2. Но у Руслана имеются небольшие проблемы с хелспоинтами. И, скорее всего, команда Our Last Night догадывается о их местоположении. Госу. Интересно, что будет делать этот парень? Ничего он не будет делать. Это даблкилл. От Харда, и 6-16 заканчивается у нас первая карта гранд-финалов. Мы поздравляем ОЛН и ждем вас на следующей карте. Это как раз-таки Cobblestone. Дадим командам немножечко времени выдохнуть после такого интересного и насыщенного матча. Ну и комментатору, конечно, стоит дать немножечко времени отдышаться. Секундочку. Мне нужно, по всей видимости, свернуть игру. Какие-то проблемы наблюдаются у нас здесь с этим. Да, вот, все. Увидимся на второй карте.